Очень маловероятно, что России удастся достичь целей, изложенных в ее дооккупационном плане. Как передает Дай Ас, об этом говорится в информации службы разведки Министерства обороны Великобритании. Отмечено, что российские сухопутные войска добились ограниченного прогресса, и это продолжается. Продвижению России мешают материально-технические, логистические проблемы, сильное сопротивление Украины. В ближайшие дни Россия, вероятно, попытается перестроить свои силы для возобновления наступления и передислоцировать войска. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева, говорится в сообщении. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.